Всем привет, с вами Серега, мы играем в Universe Mod, и сейчас у нас должен будет быть какой-то новый матч. Как помните, мы вакантировали так тем титулы. Теперь у нас остался только один титул, это главный титул. И как бы... Я не понимаю, что он у меня здесь делает и зачем он вообще у меня, ну, нормально. Надеюсь, у нас не будет матч против... Капец. А, ну да. Он был, это ж я в прошлой серии показывал. Дурачок. А зачем мне опять с ними матч? Я сейчас опять буду их бить. Чисто палкой, кендой или еще чем-то, чтобы получить дисквалификацию. Не, вообще, конечно, такого делать не буду, потому что, ну... Неохота зарабатывать себе поражение в стату. А так, в принципе, можно было бы. Если бы ничего никуда не записывалось. Почему я каждый раз хочу спать, когда записываю Юниверс? Он что, настолько интересный? Моя любимая фишечка. Ну, давай. Ох, только что ты делаешь? Видели, как пролетел? Ого, видели. Братик. Не получилось. Не получилось ни у кого провести эту атаку. Но вот эту получится. Ой-ой-ой! Вот это... Ни хрена себе приемчик. О, у меня здесь еще комментарии не выключены. Хорошо. Все очень плохо. Ляпс. Ляпс. Ляпс! Вот это локоть от Зиглера. А теперь ножка от меня. Как тебе такое? Пузо. Ляпс. Клоузлайнчик. Бенч. И элбоу. Все красиво. Я танк. Мне уже задолбался. Если честно, драться против одного Зиглера, против одного Руда. Это скучно. Сейчас интересно, Руд меня сбросит с каната? Я думаю, да. А не успел. Ей. Сплэшик сработал на ура. Ух ты ж! Феймус! Бестро. Сюда. Ляп. 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 Отлично. Просто красиво. Теперь можно перекидывать на Йокозуну. Его. И вот так вот. Ляп. Блин, один и тот же прием. А что нужно знать, чтобы одного и тоже не было? Братик, а ну бросай. Не, ну Йокозунка. Падла. Ладно, ладно. Пузо. Сейчас, опа, выбиваем его. Братик. Все, ухожу, я понял. Сейчас немножко Алабама слэма дома. Нет, он реверснул! Йокозуна. Да что ж это творится? Блин. Что-то как-то все немножко не по плану пошло. Вообще не по плану, мягко говоря. И как всегда, Рут сильнее Йокозуны. У него быстрее уже набирается... Ой, набирается сигнатура. Я в шоке, если честно. Что творится-то, а? Ой. Прикол. Все, Йокозуна, не трогай его. Да я же хотел спайнбастера. Да ё-моё, спайнбастер. Бенч, все. Ляпс. Три почти. Братик, давай я тебя вытащу. Да, набью. У него есть кик, давай, сэвидж кик или как он у тебя там. Да кика дай. Да уходим. Кому ты делаешь лэгдроп, тварь? Это сигнатура просто, понимаете? Теперь рут свою сигнатуру. Вот это быстренько. А мы дебилы теперь остались. Только с финишером. Конечно, финишер, я думаю, закончит этот матч, если Йокозуна все правильно сделает. Но если нет,
Это будет обидно. Ну, точнее, если он его реверснет или еще что-то. Так, хорошо. Так. Давайте думать. Давай, либо в угол его, Йокозуна, либо еще куда-то. Ну, ой-ой-ой, опять ничего не слышу. Глупые наушники у меня. Ну, все, хорошо. Да, короче, хочет удерживать. Меня задолбали эти активы. Я знал, что он просто его не удержит, потому не разбивал удержание. Потому что это только первый финиш. Второй бы Йокозуна, наверное, не выдержал бы, мне кажется. Ну сделай уже шоту. Я уже задолбал делать все за тебя. Йокозуна, у тебя финишер есть. Давай. Он проиграл финишер. Нормально так. Не так на... А, не, хотя... Да, не, он сделал сигнатуру, только не на том. Помню. Это кринж. Ну да, лучше Зиглеру передавай, потому что у него финишера нет. Ибо если Рут пройдет сейчас финишер, сейчас все может закончиться. Это очень обидно. Задолбали эти Зиглеры до Руды. Я уже титула вакантировал, и они еще на хвост упали, и все. Что за движ? Так. Йокозуна. Стоп. Он провел только что финишер? Зиглер увернулся, но сигнатура так и осталась. Красиво. Нет! Что ж ты творишь? Почему станет? Потому что Алохи не реверснул, я понял. Йокозуна, сделай что-то со мной, плиз. Потому что я дурак, только выйду и меня начнут бить. Да ну, не, ну это не реверсится, это сложно. Опять. Ну давайте, короче, делайте уже сигнатуру до финишера. У Йокозуни, да, мы проиграли этот матч, потому что я уже не могу. Мне скучно играть вот против этих двоих. И в них тандем нормальный получается. У меня Йокозуна, который никогда ничего не может нормально сделать. А если сделает один раз хотя бы сигнатуру, блин, то финишер стопудово уже не сделает. Но раз тысячу лет сигнатуру делает, да ну, сейчас финишер, не? Нельзя тупо в тактим матче отдавать все на Йокозуну там, да, или еще что-то. Ну, типа, на своего бота. Помощника, не помощника, а таким партнера. Потому что это кринж. Все. Почему? О! Клинч. Блин! Один, два! Он вырвался. Ты че охренел? А ну Йокозуна, давай, у тебя еще один финишер есть. Один. Опа, давай! Лэгдропа, братик, да, не, о май гад, он делает еще один бонзай дроп, невероятно. Оп. Два, есть, мы побеждаем, Йокозуна и Омас. А почему мы не Йокозума? Йокозума. Омазуна, о. А, я понял, потому что мы уже не команда. Стоп, я расформировал нашу команду, а не титулы. Хотя нет, титула у нас тоже нет, так что... Титулы я, значит, вакантировал, и типа нашей команды уже тоже нет, я так понял, да? Прикол. Вы понимаете, 4 матча подряд мы играли против Руда и Зиглера, это вынос мозга. Ну, хотя бы третий в прошлой серии, последний я закончил нормально, пришел его полкокиндо луп. Бля. Как выйти с этого райвалри матча? Может, кстати, наверное, нужно было... Наверное, нужно было там, когда Triple H дает выбор, убрать Rival. И все. Хотя у нас бы остались при нас титулы. Ну, я так понял, что это фьюд у нас против них конкретный очень, да? Прям очень-очень. Но прикол в том, что у меня когда фьюд был, ну, типа, поняли... против Рэнди Ордена,
У меня были и тэг-тим матчи, и обычные одиночные матчи. А здесь только тэг-тим матчи. Это что за прикольдес? Прикольдес. Так, надо вот это включить. Короче, сейчас попробую как-то сам по-быстренькому закончить этот матч. Нужно главное, чтобы тэг Рувудун не передавался. И мне нужно, походу, больше всего, что... Две сигны, один финишер. Ляпс. Ляпс. Алабамку. Не, не реверснул. Бенч, братикс. Отлично. Ой, а я забыл еще комментарии выключить. Вот это обидно. Ах ты. Ох ты. Посмотри. Реверсик, братик, неожиданно. Дропкик. Ох, какой дропкик мощный получился. Давайте, давайте, давайте. Ох, бахнул. Ох, бахнул, лицо разбил. Еще раз. Нам нужно вот эту штуку до конца добить. Пузо. Да ну, а как это работает, вы че? Какой DDT? Как у него это вообще могло получиться? Алло. Ага, он уже уходит, потому что понимает, что получает. Конкретно. Не, ну это кринж. Ну, Рут, ну что делаешь? Ну зачем? Верните лучше, кстати. Точнее, верни тег. Зиглер. Быстро. Плиз. Блин. Угу. А, я же... Ну да. Я, короче, фигни не наделал. Не суть. Ну, на Биг Бута. Вот так вот тебе, брат. Но финишер я, наверное, не буду ему проводить. Пусть, если что, передаст тег Зиглеру. Офигеть. А как реверснуть? Нифига себе. О, да. Пусть тегами меняются. У меня уже как раз финишер, отлично. Можно было, кстати, и сигнатуру на Руде даже не делать. Ух ты. Угу. Так, ребята, бизнес-план это провести, походу, сейчас финишер и резко набрать сигнатуру. Я реверснул? Охренеть. Да, отлично. Бенч! С удержанием. Шикос. Раз. Два. Не повезло. У него есть сигнатура. Зейлер, отдай сигнатуру. Сигнатуру мне отдай. 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 Опа. Ляп. О, у меня уже почти полная сигна. Отлично. Подождите, я забыл. Ух, все, у него станет. Четко. Четенько, ребята, четенько. Давай, давай, давай. Опа. Отлично. С удержанием. Реф, давай. Давай, рубрейк. О май гад. Еще раз. Раз. Два. Так, нет, три. Три нет. Угу. А теперь нужно, чтобы Зиглер не использовал свой... Свою сигнатуру, точнее. Нет! Ох, это можно было реверснуть, ну что за жизнь? Что все так сложно? Так, 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 сейчас у нас шанс есть. Да блин, эту сигнатуру невозможно реверснуть. Я не знаю, сколько нужно выжидать, чтобы ее реверснуть. Я вырвался, все нормально, я позвоню. Все хорошо. Я мастер по вырыванию. Как? Ну давай, попробуй сделать свитчинг мюзиками. Ну, в принципе, он может попробовать. И у него, возможно, получится. Не передавай тег, плиз. О, да, давай на Switching Music. Давайте попробуем. Я еще ни разу не реверсил в игре этой Switching Music. Ну, точнее, не в игре, а в Universe. Блин, был близко. Наверное. Ну, давайте. Я вырвусь. Ого, не, ну вообще мог бы даже не вырваться, по факту. Не надо! Блин. Роберт Рут, шикарно. Зачем вы ему тег передали?
Ого, не, ну спасибо, Йокозуна. Тут могло бы быть сложно. Потно немножко, я бы сказал. Все нормально, Йокозуна, уходи. Ну давай, сигнатуру. Опс. СТО. Но сигнатура не получилась. О, кстати, я могу дать сейчас сигнатуру дать. У меня будет два финишера, я его точно выиграю. Ого! Реверса-то не было. Ну давай тег, отлично, потому что у Зиглера нет финишера, это мне на руку. Я вырвался. Отличненько. У меня уже есть сигнатура. Ой-ой-ой-ой-ой. Вы даже не понимаете, что это сейчас будет. Кстати, я только что должен был сигнатуру проводить, но он его, ее реверснул. Нет, не буду хот-тег передавать. Да ну, что вы здесь устроили, пин-пати? Вы задолбали, алло. Рут, ну ты подними меня, сейчас нормально, на равных с тобой подеремся. На! Не ожидал? Опа! Спайнбастер! Вижу спайнбастер, ну-ка. Раз, два, три! Алох. Не получилось, да, Зиглер? Ну, я говорил, что я один их раскатал. Я их раскатал. Чемпионы. Два чемпика. Только есть одно но. И мы задолбались, я уже более чем уверен, играть в эти матчи. Если сейчас будет еще один такой матч, я просто даже не знаю, что делать. Потому что снимать еще один матч Зиглера и Руда, это ну вообще ну страшно, знаете. Пусть только сейчас выпадет Triple H со своими этими каких там, ну, указаниями. Угу. Давайте попробуем. Ну, все, я суицид. Ладно, давайте еще раз попробуем сыграть. По-быстрому как-то, я не знаю, как можно по-быстрому сыграть, но вообще это две серии подряд получается, что у нас матчи против Зиглера и Руда. Зиглер, Руд, Зиглер, Руд. Это что за прикол? Ого, посмотри. Что делать? Так ты такой... Опа! О, я не знаю. Было бы круто, если бы какая-то катсцена появилась, что типа кто-то врывается сейчас в матч, все там, все дела. Ого. Ушел. Сейчас тоже сам буду драться против их обоих, потому что если передавать так Якузуне, все будет очень долго. И то. И то. Ну короче, Якузуне нельзя передавать так, потому что долго будем играть. Все просто. Ага, реверса-то нет. Ну, у меня уже неплохие такие, знаете, ускорения насчет сигнатуры. Я уже набрал неплохо. Красиво. Ох, какой дропкик мощный получился. Ляпс. Наступили. Ляпс. Бахнули. Все шикарно. Так. Хоп. Чухслэм. Отличный. Я просто эту комбо помню. Она одна, если не ошибаюсь. Так, а ну... Так. А это комбо будет? Нет, это не комбо. Я просто не помню комбо. Ага! Нет. Невозможно это реверсить! Не, вообще возможно, но... Я не понимаю, почему у меня это не получается. Это ж так просто. Это реально так просто. Вот так вот просто. Ляп. Ого. Но это было не просто. Как я мог проиграть свою сигнатуру Руду? Что за жизнь? На, Роберт. Это скучный прием. Я не знаю, может даже... Не, хотя я Казуни передавать у него... Он тоже скучный. Ля, попал, нихрена себе. Ничего. Роберт Руд. Ага, прикол. Дайс. Руббрейк, четко. Или все-таки реально, как думаете, тег передать? Хотя вот они тегами меняются, отлично. У меня есть шанс сейчас реверснуть.
Я ж вот не реверсировал этот прием ради того, чтобы... А, в Зиглера нет сигнатуры, это в Роберта Руда сигнатура. Ну ладно, пусть тогда он меня бьет, я хочу попробовать. Вот для меня миссия реально реверснуть его суперкик. На сигнатуре, мне кажется, намного сложнее, чем на Switching Music. Потому что на Switching Music я даже, ну... На Switching Music я даже... Ну, я вижу саму кнопку реверса, а на сигнатуре еще ни разу не видел. Я в шоке, блядь. Честно, но это у меня уже слов нет. Я не знаю, как это можно уже реверснуть. Иди уже, я хз. Просто множество реверсов. Нет, как вы видите. Я немножко потерян в этом плане, ибо не знаю, что мне делать нужно. Зачем ты ему тег передал? Ну, давай, Роберт. Четко. Роберта нагупал. Смотрите, прикол. Ляпс. У меня финишер есть. Ляпс. Братик, сейчас таких вещей наделаю. Брат. Ты мне брат. Но не брат. На. Получай-ка. Получай-ка. Сейчас удержание, да. Ради прикола, которое нахрен не нужно. Раз, два. Отлично, и сейчас, в принципе, можно будет сигну подмутить. А, я думал, это реверсится. Но нет, что-то не по плану пошло. Фух, хоть не спайнбастер свой сделал. Потому что я тоже ни разу его не реверсил. Что очень обидно. Ну и. Ну прыгай, да прыгай, какашка. Дурак. Ляпс. Ну же. Бля. Да шо ж ты. Да еще раз про... Так. Понял. А, у меня два финишера. Мне не за что переживать. Мне не за что переживать. Опа. Мне не за что переживать, потому что у меня есть еще один финишер, Роберт Рут. Понимаешь? Ого, ну ладно, может и есть. За что-то. Давай. Плиз, Пайнбастер, НЕЕТ! Я ненавижу! Этот... Туханда Чоксен, ну да ладно. Удержание. РЕФ! Раз! Два! Три! Мазуна. Победили, но в общем. Я не хочу больше видеть этих матчей с Йокозунами, да. Ну, типа, я лучше уже пойду в одиночное плавание, чем буду в таким дивизионе крутиться. Ну его нахрен. Ребята, короче, вот так вот заканчивается эта серия, потому, ну, конечно, глупая немного серия, потому что одни и те же матчи, но что имеем, то имеем. С вами был Серега, ждем следующую серию, всем удачи, пока, все, пока, йоу.